Двое осужденных завладели оружием часового и совершили побег из исправительной колонии номер 2. Такова вводная тактических учений УФСИН России по Ивановской области. В 5:30 утра сотрудники службы исполнения наказания были подняты по тревоге. В районе, где, по легенде, должны были скрываться осужденные, был разбит палаточный лагерь и создан оперативный штаб. Для усложнения задачи была придумана новая вводная. Заключенные захватили в заложники охотников. В ходе спецоперации заложники были освобождены без вреда для их здоровья. Учениям была дана положительная оценка.